11 июня Ярополк продолжает свои беговые тренировки. Сегодня у нас 12 человек, суббота. Ждем всех желающих, не только спортсменов клуба, но и красногорцев присоединиться. Сегодня погода 23 градуса, дождик моросит, самое время побегать. Наша сегодняшняя тренировка посвящается предстоящему великому празднику. Какому? День России, да. Большой круг, не как позавчера. Ничего страшного, танки грязи не боятся. Так, пробежали 3 километра. 3. Один от нас отстал. 2. На большую дистанцию, на большой круг не пошли. Ну, ничего страшного. Надеюсь, как сказать, наша сила воли повлияет на них, чтобы они в следующий раз побежали с нами. О, дождик уже кончился. Круто. А вот наши стоят спортсменчики, которые чуть-чуть захалявили и не пробежали лишние 3,5 километра. Как ты чувствуешь после такого сюда? Неудобно. Не стыдно? Неудобно. Ну что, мы бежим 8 километр. Как бы у нас только один, считай, отстал в самом начале. Мы его на финиш отправили. Главное, чтобы он не заблудился. А так, пацаны, мне, особенно молодежь, скрипит, но может. Хотя, на самом деле, это мы с Антоном должны говорить, 38. Скрипим, но можем, как говорится. А вы должны нас обгонять. Ускорить! Давай, давай! Так, шагом пошли. Итак, сколько мы пробежали? Быстро, 3 варианта. 8:36. Он там засек. Так, 8:56. Вот. Закончилась наша тренировка, она шла 1:45, мы пробежали почти 9 километров, побоксировали, комбинации, силовая, пресс. В общем, как говорится, выходной на полные 100 отработали. Всех ждем! России!